Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Это программа «Тема дня» и с вами я, Сергей Рогозин. Сегодня в нашей программе очень интересный гость. Наверное, мало сказать «очень интересный», это живая легенда. Я хочу его представить. Это инок Киприан. В миру это Валерий Анатольевич Бурков, герой Советского Союза. С ним вместе сегодня пришли Соколов Андрей Николаевич, руководитель общественного совета УФСИН по Тверской области. Бакунин Владимир Юрьевич, заместитель председателя Российского клуба православных меценатов. Здравствуйте. И Лукьянчик Александр Валерьевич, руководитель Тверского областного отделения Общества русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Друзья, сегодня у нас с вами редкая возможность, во-первых, встретиться с таким уникальным человеком, а самое важное, послушать из первых уст вот о той героической жизни, о которой, конечно же, как человеку скромному отцу Киприану будет не просто говорить, но мы попросим его поведать. Краткая историческая справка. В 1974 году в Челябинской области закончил школу выпускник Валерий Бурков. В этом же году он поступил в Челябинское высшее военно-авиационное краснознаменное училище штурманов, которое успешно закончил в 1978 году. Здесь мы видим некую военную династию, потому что отец Валерия Анатольевича, боевой полковник, к сожалению, жизнь его оборвалась намного раньше, чем это могло бы быть естественным путем. Он героически погиб в Афганистане. Ну, а наш герой стал штурманом дальней авиации. Он сопровождал по поручению командования американские авианосцы, летал на ракетоносце Ту-16 легендарном. То есть очень важную миссию исполнял. Но в период, когда действительно много таких отчаянных, патриотически настроенных советских парней рвались выполнять свой патриотический интернациональный долг в Афганистане, случилась беда, и тяжелая болезнь все-таки заставила к ней прислушаться, потому что был выведен из летного состава по состоянию здоровья офицера, но он не сломался. Он продолжил дальше идти намеченным путем. В 1982 году трагическая гибель отца в Афганистане, ну а в 1984 уже офицер советской армии в подразделении мотострелковом на ответственной должности авиационного наводчика с января 1984 года приступает к исполнению своих нелегких обязанностей воина в Республике Афганистан. Буквально несколько месяцев тяжелейшее ранение, подорвался на мине и в результате лишился двух ног. Тяжелейшая травма руки. Прекрасный военный хирург смог сохранить руку. Ну а дальше, наверное, все-таки дальше начинаются чудеса. Во-первых, сама та история, которая когда-то была описана нашим с вами земляком Андреем Полевым об героическом летчике Алексее Моресьеве, она повторилась вновь. И человек, лишенный ног, вновь встал. И не просто встал, а продолжил служить Родине в вооруженных силах. Был направлен в военную академию имени Гагарина, которую успешно закончил. Далее, более интересный поворот судьбы. Наш герой становится советником президента Российской Федерации.
с 91 по 93 год. Далее Академия Генерального штаба. Политическая карьера в качестве депутата, а потом, с поля зрения пропадает Валерий Бурков, и в 16 году он принимает монашество и обретает имя инок Куприан. Вот вкратце такая история, которую можно прочитать из общедоступных источников. Но это достаточно сухая информация, но хочу сказать, что перед нами сидит сегодня, друзья мои, действительно живая легенда. Живая легенда, которая сегодня у нас в Твери, и уже начиная со вчерашнего дня были встречи в Суворовском училище, в УФСИН, запланированы дальнейшие еще посещения воинских частей. Конечно же, вот знаете, боевой дух всегда в рамках старых добрых учебников по военной психологии можно было укреплять лишь личным примером. Это самый эффективный способ. Но я хотел бы все-таки вот после такой небольшой преамбулы обратиться к вам, отец Киприан. Вот в одном человеке столько всего сочетается. Скажите, когда случилось вот это страшное, подрыв на мине, что дало вам силы, и вы вновь встали? Ну, прежде всего, вы знаете, это, конечно, пример нашего прославленного летчика, Героя Советского Союза Алексея Моресьева. В детстве, конечно, я читал много книг о героях Кожеду, Покрышкин. Ну, это все любимые герои, Алексей Моресьев. И вот вы знаете, когда я утром очнулся после ранения, уже по операции надо мной провели, и очнулся, смотрю, рука в гипсе, под простынкой белой лежу, рукой левой отбрасываю простынку эту, ну, вижу остатки ног загипсованы тоже, вы знаете, вот это, как говорится, такой пиковый момент, потому что может произойти разное в голове человека, да, с одной стороны, может все, без ног, больше не летать, больше не служить. Как дальше жить? И много таких вопросов, которые могут просто загнать в тупик, в уныние и, в общем, в депрессию, как говорят. Но вот благодаря тому, что когда-то я читал эти книги, благодаря тому, что я смотрел фильм Алексея Моресьева, вы знаете, вот в тот момент, как раз, когда я смотрел на вот эти остатки ног, вот у меня, знаете, как икона, передо мной явился вот образ Алексея Моресьева, вот как живого, да? И я так вот на него смотрю, и во мне такая идет череда мыслей. Он советский человек, я советский человек. Он летчик, я летчик. Он остался без ног, я остался без ног. Но он же вернулся в боевой стол и бил фашистов на протезах. А почему я должен быть хуже? Чем я хуже? Я тоже советский человек и летчик. Значит, я смогу, я так левой рукой махнул на свои ноги, сказал, ерунда, новые ноги сделают. И все, вот с той минуты у меня больше никогда, даже тени, сомнений не возникало, что я смогу вернуться в боевой строй, смогу летать, продолжать прыгать с парашютом, это мое было любимое дело такое. То есть вы отмели любое уныние и любую депрессию? Оно просто от меня отошло мгновенно и больше никогда меня даже не посещало. Образ, вот такой пример именно Моресьева стал для вас путеводной звездой. Пример и вера в то, что раз он смог, значит и мне это по силам. И я не должен быть хуже того, кто был для меня всегда примером. А сейчас реклама, не переключайтесь. Мы снова в студии, и так все-таки тогда вернемся, отец Киприан. Как же было дальше? Ну, а дальше, вот это не было больше тени сомнений, я просто дальше делал все, что мог для того, чтобы остаться в вооруженных силах. И вы знаете, могу сказать так, что когда я лежал еще в госпитале, вот в Питерском окружном военном госпитале, и слышал как-то опять по радио «Повесть о настоящем человеке».
И вы знаете, я очень злился. Я думаю, что эти журналисты расписали всякое там, вот, страдания и так далее. Вот, все это не так, неправда. Но я ведь тогда еще не вставал на ноги из-за руки, из-за последствий, которые у меня были связаны с рукой. Так называемый козологический синдром, это когда ты горишь изнутри. Вот все равно, что ты сунул, например, руку в костер, да? Только этот костер внутри начинает спальчик по всему телу и, в общем, пожар. Вот это и не позволяло мне встать, прикоснуться даже к самому себе и вообще, ну, теплое что-то, солнце даже. Так вот, а вот когда я стал становиться на протез и стал учиться ходить, я понял, что журналисты слишком мало написали. Это гораздо все сложнее, чем показано в фильме. Вот, и самая главная проблема – это вот действительно победа над собой, потому что я себя считал тогда вот таким, ну, волевым парнем, значит, и что все смогу, да, но когда вот я начал ходить, а вначале даже 30 минут невозможно было просидеть на протезах, все передавило, кровообращение нарушалось, все начинало болеть, вот, и вот… Не просто привыкнуть, это же просто инородное тело, конечно, которое все-таки приходит, с которым жить дальше. А потом еще были протезы там, ну, времен, как говорится, Первой мировой войны, деревянные, еще тогда не было таких хороших протезов, как, например, сейчас. Но видя вас сегодня, можно сказать, что вам впору и строевой шаг, потому что вы уверенно передвигаетесь, очень статный, уверенно держащийся человек. Ну, мне почему и оставили, наверное, в армию, потому что я для себя принял решение, что пока я не выброшу палочку из рук, я не появлюсь в штабе. Вот. И действительно, когда я приехал в штаб на собеседование, об оставлении в вооруженных силах, я зашел строевым шагом, вот, доложился, майор Бурков прибыл на собеседование, сидит полковник, за столом куча бумаг, он так посмотрел на меня и говорит, ну, присаживайся, сейчас я освобожусь. А я стою. Чего ты стоишь-то? Давай присаживайся, а то в ногах правда нет, а я возьми его и брякни, как в фильме об Алексее Борисове, а у меня и нет ног. Он так раз опять глаза поднимает. Как ноги? Как твоя фамилия? Я говорю, Бурков, а, так это ты. Слушай, ты так зашел, да вообще не подумаешь. А пощупать можно твои протезы? Я говорю, да пощупать. Выше за стола, пощупал, говорит, ну задаешь. И далее пошел по кабинетам меня водить. Вот открывает дверь, говорит, о, новый Моресев у нас, надо оставить его в армию, чтобы служил примером. И мне даже не пришлось никого уговаривать, вот, а, вот чтобы меня оставили, меня захотели оставить вот именно для того, чтобы был живой пример. Живой пример. И, конечно, это возлагает огромную ответственность на меня. Потому что это символ, действительно. Ну и слава Богу, потому что потом мой пример помог двум нашим вот ребятам. Вот я хотел бы вас попросить рассказать о этой истории в Чечне, которая случилась с воинами, находившимися в депрессии, потому что действительно ампутация конечности – это серьезнейшая трагедия. И они были на грани срыва, и фактически вы их спасли от самоубийства. Как это была история? Ну, не я спас от самоубийства, а все-таки это пример того же Моресева, и мой живой просто уже пример, как говорится, лицом к лицу. Ну, это хирург, который меня оперировал в Афганистане, который сохранил мне жизнь, потому что я трижды был в клинической смерти, на тот свет уходил. Вот. И это вообще хирург «Золотые руки», про него говорили, это Владимир Кузьмич Николенко. Вот, что если Кузьмич, его так всегда звали, скажет, надо отрезать голову и вновь ее пришить, лягу я под нож. Это действительно человек великолепный и золотые руки, как у хирурга. Вот он мне позвонил и сказал, что говорит, у меня ребята с Чечни, два офицера, на грани самоубийства. Ну, один особенно из них был. Вот, а нужен твой пример, давай приезжай. Ну, положил меня там в госпитале, рядом с ними в соседней палате. Никто не видел, как я прибыл ночью, специально, чтобы не видели, что я там хожу. А с утра все остальные меня видели на коляске, безногим, ну, таким же, как и они. Ну, я с ними задружил, познакомился, а потом, когда понял уже, что ребята готовы так принять другую информацию, я одел форму, вот, как говорится, во всем параде, со звездой героя зашел чуть ли не строевым шагом к ним в палату. Это надо было видеть их глаза. Они не поняли, кто к ним пришел, это я или не я.
И, а потом, а я ему сказал, говорю, ребят, я иду сейчас в магазин, там кому что купить. Ну, это у меня было запланировано, там бутылочку коньяка на прощание, как говорится. Мы выпили, еще поговорили, а потом через год я увидел, когда этот парень, который был на грани самоубийства, прыгал с парашютом, и когда журналист его спросил, вот как вы к этому пришли-то, он сказал, вот год назад был у нас тут такой герой Советского Союза Валерий Бурков, он меня так заразил этим примером, что мне захотелось жить и прыгать с парашютом, как его. Вот я тогда, увидев вот это в телевизоре, знаете, чуть не заплакал. Именно потому, что это очень важно, да, я вот для себя тогда осознал, что вот ради хотя бы вот этих двух ребят стоило потерять ноги, вот, чтобы вот уберечь, как говорится, от такого. Дорогой ценой, конечно, для вас обошлась такая помощь для этих ребят. Да нет, это счастье, что это произошло так, я наоборот очень рад, что это произошло. Так же, как Алексей Мелисев помог мне в дальнейшем моей жизни, вот, и преодолеть вот эти последствия ранения, ну, также, слава Богу, и мой пример уже вот этим ребятам. Слава Богу. Ну, вот сегодня вы в Твери. Еще раз напомню, что наш земляк Борис Полевой как раз сделал такой общедоступной историю, сам стал известным, да, благодаря тому, что рассказал судьбу героя советского летчика Алексея Моресьева. Вот сегодня я знаю, что вы были в УФСИН. Как, вот, может быть, нам Андрей расскажет, как сегодня проходила встреча? И действительно, я думаю, что равнодушных на этой встрече быть не могло по определению. Мы специально попросили отца Киприяна приехать к нам для того, чтобы рассказать нашим землякам, нашим друзьям про этого замечательного человека. Сегодня многие хнычут, капризничают, как все тяжело, значит, как все в России плохо. Вот. И когда я когда-то давно увидел в интернете фотографию отца Киприяна, где он стоит, значит, около батареи, на коленочках, значит, ну вот, на том, что осталось от его ножек, да, рядышком стоят протезы. Вот, ну, стыдно говорить, что у нас что-то там плохо, что, ну, хныкать на жизнь, на самом деле, это совершенно неправильно. И все в сравнении познается. Я еще помню, вот, когда-то я был секретарем ВКСМ завода электроаппаратуры, и когда в 90-х годах все это кончилось, вот та, это, в нашем представлении, счастливая жизнь, началось такое, что армия картошку копала, и мы ели пустой суп, и в очередях стояли за сахарным песком с талончиками. Я это все прекрасно помню, как моя семья переехала из Бежецка, и все деньги, которые мы снимали квартиру, отдавали за квартиру. И поэтому было немножко тяжело. Поэтому мы с отцом Киприяном мгновенно подружились, потому что тоже знаем, как это трудно. И в УФСИНе сегодня отец Киприян рассказал про себя. Я видел глаза наших ребят, ребят из спецназа, которые, ну, тоже суровые, как говорится. Суровые, здоровые, крепкие, красивые парни. А, к сожалению, когда вот отец Киприян спросил, кто верующий, кто верит в Бога, ну, небольшая часть подняла руки, да, отец? И отец на самом деле показал, что без Бога-то на самом деле, и, наверное, тяжело двигаться, да в любом, а тем более в спецподразделениях. И сегодняшний разговор с сотрудниками УФСИНа, он заставил задуматься каждого человека, кто присутствовал вот в зале, включая женщин, руководство, значит, все, кто присутствовал, все задумались. Отец поднимает такие вопросы, которые вот у него внутри дали вот этот толчок для того, чтобы не наложить руки на себя, чтобы не начать хныкать. И отец с улыбкой рассказывает вот эти трудные, как он взорвался на мине, как он болел туберкулезом до этого. Для других это все конец жизни. Вот. А для отца это начало жизни. И после того, это начало жизни, и к чему он пришел. И то он есть судьба давала немало испытаний, но все они...
И он улыбается, он с улыбкой, пройдет. Он с улыбкой это все рассказывает. Он смеется над теми проблемами, которые на самом деле для кого-то были бы трагедией. Отец Киприан, скажите, а вот ваши ощущения от аудитории, с которой вы сегодня встречались? Я знаю, что вчера вы все-таки провели тоже такую очень интересную встречу в нашем Суворовском училище. Я думаю, Владимир нам еще тоже об этом сможет рассказать. А вот ваши ощущения от того, как все-таки вы видите обратную связь с аудиторией? Вы знаете, я знаю одно. Вот то, что я рассказываю, оно хорошо воспринимается. И когда ты говоришь это с любовью, искренне, желая людям, как говорится, добра, счастья, делишься своим вот этим опытом, который ты сам прошел, да, школа все-таки жизни разная у меня, да, и бизнес был еще, как говорится, был богатым человеком, миллионером, вот, но видно одно, что люди нуждаются в той информации, которую я даю, потому что в нас, в каждого человека Богом вложен нравственный закон, потребность любить, она с детства, можем говорить, счастлива только в любви. Когда ты об этом говоришь простым языком от чистого сердца, люди видят это, и поэтому возникает вот эта тесная связь между мной и аудиторией. По крайней мере, я могу сказать, что ни разу еще не было того, чтобы не получилось контакта, вот такого теплого, душевного разговора. Вот сегодня мы говорим о том, что возникает некоторый разрыв в поколениях, интересы, уровень, подготовка. Вот вы встречались с молодыми ребятами, фактически еще там много, практически еще даже детей, там, начиная с 5 класса учатся ребята, да? Вот как вы эту аудиторию охарактеризовали бы? Я думаю, что, наверное, все-таки не бывает плохих детей, плохих ребят. Наверное, что-то получается... Мы вокруг не совсем правильно делаем, когда получаем отрицательный эффект. А если ребят вот воодушевить, вооружить их вот таким примером, я думаю, да они горы свернут. Я абсолютно с вами согласен. Вот я был в Орловской области и тоже посетил колонию. Именно были встречи только с заключенными. Естественно, там с офицерским составом тоже были встречи. Но вы знаете, потом, что мне прислали прям написанные вот отзывы о встречах сами заключенные, это дорогого стоит. И это говорит о том, что неважно, человек осужденный, совершивший преступление, или он добропорядочный гражданин, важно, если ты с ним разговариваешь на понятном ему языке от чистого сердца, то это всегда приводит к положительным результатам для, причем обоих сторон. Для меня я тоже насыщаюсь, я обретаю. То есть это такой встречах. Обоюдный процесс. Конечно, обоюдный. Это не мои какие-то лекции, да. Это просто разговор по душам. Да? Это просто разговор по душам. Вот я заключенный говорит, вот мужики, вы вот попались. Там, кстати, женщины были тоже женщинами. Вот, И главный разговор был на тему выбора. На войне ведь тоже всегда выбор, да? Как с противником поступить? Расстрелять его там, или есть возможность сохранить ему жизнь, да? Вот, и у них есть выбор, выйдя из заключения, можно опять вернуться, а можно никогда больше к этому не вернуться. И выбор за тобой. Вот я делился историями из Афганистана, когда вот этот выбор ты обязан сделать, а там на войне выбор постоянный. Вот. И вот эти вот отклики, которые мне потом прислали, вот, я думал, что мне не получится вот этого разговора, что я для них слишком чужой. Да? А получилось прямо все наоборот. И это зависит от нас, от взрослых людей, от тех, значит, кто встречается. Значит, есть такой запрос, душевный, духовный запрос, потому что как, наверное, губка впитывает добро, душа каждого человека, так ведь? Потому что душа создана Богом, и она в этом нуждается. Просто мы, взрослые, не даем часто этого, то, что ребенок нуждается, да и взрослые. Володь, как охарактеризовали бы встречу в Суворовском училище? Вы знаете, вот как раз хотелось бы вас дополнить, Сергей и отца Киприана. Как раз не то, что запрос есть, а есть потребность в этом, в духовном общении. Потому что вчера мальчишки просто батюшку не отпускали.
просто не отпускали, подходили с вопросами после встречи. То есть мы еще где-то минут на 40, почти на час задержались. То есть прям, ну, чуть ли не очередь выстрела, и сказали, там, телефонами обменивались, то есть, а можно вам позвонить, если у меня будут какие-то вопросы? То есть, хотелось бы, конечно, попросить и руководство наших образовательных учреждений, да, там, и областную администрацию, руководство, значит, отдела образования, да, чтобы пускали священников к детям. То есть это просто это настолько необходимо, и необходимость, она уже назрела, в принципе. Уже вчера мы это явно увидели. Мы вчера это, ну, просто настолько это было очевидно, когда вот, вот. Конечно, я понимаю, там, некоторые родители, вот мы там атеисты, мы там другой конфессии, да, мы там вот не надо, мы не хотим, чтобы наши дети разве ходили. Разве добро, честь и долг, оно принадлежит какой-то конфессии? Я вот как раз про это совершенно верно, да, Сергей, вы говорите, да. То есть как раз... Свойственно для всех. Да, как раз батюшка-то... Это и не только вот отец Киприан, вообще все отцы, да, они-то доносят, что вот что такое любовь, что такое, да, что такое честь, что такое долг родине, что такое, да, патриотизм. Тут совесть, да, совесть, счастье. Да, счастье. Вот это вот все вот настолько раскладывают, надо доносят до детей. Жить и радоваться, ценить каждый день. Совершенно верно. Ближним. А вы, не, мои, наверное, а вы не представляете... Такой живой пример, да. Он не может никого оставлять, да, равнодушным. А вы не представляете, как в этом нуждаются дети? Они же действительно, они как вот младенцы. Они еще пока вот жизни учатся, да? И когда одно дело с телевизора, там, скажем, с каких-то определенных каналов, да, там негатив идет, да? А другое дело, когда живое общение вот с батюшкой, да, там, и вот они просто вот смотрят и... Вот в глазах читается. Живой пример. Совершенно верно. В глазах читается. Судьба человека, как... который, да, ну, скажем, я не знаю, уж такое удалось пережить. Наверное, отец Киприан, можно сказать о вас, что вы прошли огни, воды и медные трубы? Ну, в принципе, оно такие. Эти медные трубы были. Они и высокие статусы, советник президента, там, я не знаю, это же потом депутат, там это очень серьезно, ну, бизнесмен, миллионер, отличная, там, да, много всего. И это не испортило, не подорвало, а сохранило. У вас вот тот главный стержень, который вы проносите через всю жизнь, который подарили вам родители, который вы укрепили за счет веры и который дает вам силы. Ну да. Про убийц круга недавно мы показывали. Когда-то Лом сказал, что нужно стрельнуть в ногу там, Михаилу Кругу. И что можно кого-то убивать. А батюшка вчера говорил детям, другие, как попали вот эти мальчишки, вот эта банда волков, а когда-то они были детьми. И вот эти вот Саша Агеев, да, они росли, у него не было отца. И вместо отца ему был как вот этот, значит, Лом, да, который ему сказал, что нужно делать так. А дефицит внимания детям приводит к тому, что дети делают неправильные поступки. Вчера, ну, отец... о чем мы как раз, да, и говорили, да, что, да, наверное, зависит многое от нас, что мы должны не тем четко... путем пошли кто-то из ребят. Да, мы должны понимать, что, куда мы идем и куда мы ведем наших детей. И ради чего мы живем. Ради чего мы живем. Если можно, еще я вот буквально вот несколько секунд, да, я хотел бы обратиться к руководителям области и к руководителям отдела образования области. Министерство. Не, да, министерство, да, образования. Не бойтесь пускать священников к детям. Кроме хорошего, ничего, кроме хорошего здесь вот дети ничего не увидят. И вот я бы добавил, священник, если приходит побеседовать с ребятами, он не приходит проповедовать свое вероисповедание, он просто разговаривает о жизни. А жизни ведь по-разному можно научить. Что хорошо, что плохо. Можно простым языком это говорить, не упоминая даже о вероисповедании. Потом очень много вопросов, на которые ребятам сложно найти ответы. Иногда они стесняются что-то спросить у родителей. Да. Иногда они в полном... недоумение, оказавшись в той или иной жизненной ситуации, им просто нужна
навигация, им просто нужен собеседник, которому они бы поверили и который подсказал бы им, может быть, обладая еще и вот целым набором таких достоинств и качеств, ну, наверное, просто нельзя быть неуслышанным. Что хотелось бы сказать, являясь руководителем русского, общества русского исторического просвещения, нашей задачей является не только историческая справедливость и правда, а еще и патриотическое воспитание молодежи. Это очень важный сегмент и политического курса страны, и дальнейшего развития нашего государства, потому что наша молодежь – это наше завтра, это наше будущее. Так вот здесь на примере жизни и жизнеописания судьбы отца Киприана есть очень важный момент. Это не роман, написанный пером фантаста, а это жизнь реального человека, который прошел и через все испытания показал пример несгибаемой воли, любви и служению к Отечеству, патриотизма и силы духа. И его жизнь на примере общения вот с подрастающим поколением – это настоящий урок мужества. Мужество человека, который реальный, непосредственно участник этих событий. Ведь мы застали еще наших дедушек, которые были участниками Великой Отечественной войны, а сейчас их практически нет. Мы могли пообщаться с живыми носителями той информации, которая доводилась до нас. Сейчас, к сожалению, в рамках развивающегося мира и информационной войны, которая ведется, мы все это знаем, да, часто перевираются уроки истории. И мы это прекрасно видим, что исторические факты переписываются в угоду политических элит государств, которые не хотят видеть сильную Россию, сильную страну, именно нашу страну. Поэтому общение с молодежью – это первостепенная задача сегодняшнего дня, и мы должны приложить максимальные усилия для того, чтобы наши дети знали историю своей страны, гордились историей своей страны и смогли в будущем не только воплотить все наши достижения, а еще и приумножить их и увеличить в разы. Тогда мы будем иметь сильную страну и детей, которые будут в первую очередь воспитываться на силе духа русского народа. Наверное, очень важно, чтобы вот свойственная русскому народу духовность, она действительно и сохранялась, и приумножалась, потому что именно благодаря вот этой сверхсиле, наверное, удавалось пройти через такие лихие годины испытания и одерживать победы над неприятелем, ну, достаточно сильным и зачастую более сильным, чем даже сильным, хорошо вооруженным. Действительно, вот в этом году наша страна отметит очень серьезную, эпохальную дату, 75 лет Великой Победы. Действительно, благодаря советскому воину мир избавился от вот этой коричневой чумы. И это многие пытаются забыть или иначе интерпретировать. Мы видим попытки, скажем, переписать историю, это действительно так. Поэтому хотелось бы спросить, отец Киприан, вот как вы видите сегодня возможность достучаться именно, чтобы быть услышанным? Вот когда вы проводите диалог с различными аудиториями, вы ощущаете вот эту взаимосвязь, то есть обратная связь присутствует. И, наверное, для того, чтобы нести что-то в массы, наверное, вы правильно сказали, нужно это пропустить через себя, пережить и говорить от души. И люди это чувствуют, и этому они обязательно поверят. Потому что если излагать какими-то шаблонами, казенными фразами, доносить нужную информацию, вряд ли это возымеет какой-то серьезный эффект. А вот если рассказывать на живых примерах и то, что ты сам пережил, то, о чем ты думал, то, что у тебя на душе, то, скорее всего, это не может быть не услышано. Ну да, это так, конечно. Потому что ты, вот я же на встречах больше стараюсь говорить вообще-то даже не о себе, это так вот получалось здесь. Но я всегда привожу пример как раз других людей, вот, потому что они тоже для меня пример, который я увидел в том же Афганистане, который просто в жизни. Ну вот то, что мои друзья сказали, и воспитание, это, конечно, действительно первостепенная важность вопроса. Знаете, вот как наши святые отцы говорят, воспитанные, боголюбивые дети – это наша счастливая старость. А вот невоспитанные и небоголюбивые дети – это наша скорбная старость. Вот, поэтому очень важно, чтобы действительно органы образования не боялись приглашать священников. Священник будет все равно говорить о нравственном, он будет говорить о жизни. А нравственность, она все-таки
если исходить из того, что Бог сотворил человека, она у нас сложна. Поэтому маленький ребенок, если мама заплакала, он заплачет, он уже сострадает, он сочувствует своей матери. Да? Ребенка спрашивают, знаете, у меня был интересный момент. Мой крестник, ему было где-то годика полтора-два, не больше, он еще не говорил даже. И я так задал ему вопрос, говорю, скажи, пожалуйста, а где душа? Потом, знаете, он так раз, потом так руку отвел и бах, и положился. Да, мальчик, когда говорит, душа болит, вот, душа она есть. Вот, и она сотворена такой, что она нуждается вот, в честности, в искренности, в порядочности, да, в любви прежде всего. И если ты с этим приходишь к людям, то ты получаешь соответствующий отклик. Самое важное в жизни, наверное, все-таки быть готовым к любым испытаниям. И когда вы проходили эти испытания, я думаю, что вы еще не были в достаточной степени воцерковленным человеком, но тем не менее, внутри вам что-то подсказывало, что уныние – это один из тяжких смертных грехов. И нужно перебороть себя для того, чтобы сделать следующий шаг. А ведь переборов себя, вы, наверное, обрели какую-то новую силу, новое качество, новое осознание. Ну, это естественно. Вот вы знаете, я спрашиваю ребятишек в школе всегда, особенно младших, помладше, говорю, скажите, ребят, вот трудности нам нужны или нет? Как вы думаете, какой ответ всегда? Они говорят, нужны. Я говорю, а зачем вам трудности? В легкую-то жить, это ж проще. Нет, лучше пройти через трудности, крепче будешь. Вот то они просто изначально, они даже не разумом это, да, это вот, душа, она понимает, что она может укрепиться только тогда, когда она преодолеет трудности. Я всегда говорю, что ребята, мальчишки, никогда не делитесь со своими родителями, особенно с матерями, вашими проблемами. Учитесь преодолевать самостоятельно, в лучшем случае советуйтесь с отцом, но и с отцом можно. Не всегда отец и сын дружны, да? А вот к батюшкам он вам всегда подскажет. И в нем это навсегда останется, никто об этом не узнает. Вот. Делитесь этим, но никогда. Делиться надо только радостью. А трудности надо уметь учиться преодолевать самостоятельно. Сильнее будешь. Отец Киприан, а как бы вы вот, восприняли фразу давно, скажем так, которую все-таки мы приписываем, мы знаем, что из уст великого русского военачальника вышла эта Лавр Георгиевич Корнилов, сказал он следующее. Душа Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому. Никому, да. Ну, как можно относиться? Все есть, правильно. Наверное, вот именно это и стало заповедью российского офицерства, потому что русское воинство всегда было носителем добрых традиций, героических традиций отцов и дедов. И только с верой действительно можно было преодолевать любые трудности, но на вашем примере можно уверенно сказать, что на непреодолимых трудностей не бывает. Не бывает. Бог дает все по силам. Никогда не надо сдаваться. Вот что самое главное. А расскажите, может быть, немножечко из вот той части своей жизни, которую мы относим к медным трубам, когда вы уже там, будучи высоким государственным чиновником, там, депутатом, бизнесменом. Что тогда ощущали? Как тогда жили? Ну, если к медным трубам, вы знаете, первая медная труба была, когда я учился в Академии военно-воздушной. И, в общем, в нашей академической газете вышла большая статья обо мне. Вот я помню, когда мне принесли, показали, я заулыбался. Мне было приятно, вы знаете. Ну не зазнались же. Страсть числа у меня до сих пор. Иногда, когда меня хвалят, я тоже вот непроизвольно, раз, рот дольше. Да, как же трудно от этого тщеславия избавиться. Но, слава Богу, через разум это преодолеваешь. Вот. Просто понимаете, после Афганистана для меня это уже не имело значения. Ни должности, ни карьера, ни слава какая-то. Да, оно было приятно первый раз, а потом я просто с тех пор уже и не обращаю внимания. То, что там вам не пишут, там хвалят или ругают. Вот. Как говорится, знаете, монах – это тот человек, он должен быть как труп. Хвалят его или ругают, трупу все равно.
Но это именно в смысле отношения. Реакции. На да, реакции. Да. Если ты, так сказать, безразлично реагируешь на хвалебные речи, да, вот медные вот эти трубы, до, что ты вот достиг того-то и того-то, и вот ты не такой, как все, и относишься к любому совершенно человеку, который в тюрьме сидит, или он, не знаю, тоже там чего-то достиг, одинаково совершенно, просто как к человеку, то вот это хорошо, я думаю, что вот, вот ну, мне помог именно вот другим стать именно Афганистан, потому что ни слава, ни карьера, ни деньги для меня уже не играли никакого значения, поэтому я ничего не приобрел во власти, я миллионером стал, никогда был во власти, это было потом и совсем по другим причинам. Вот. Тогда проходишь спокойно другие испытания. Вот я их и прошел, ну, я так иногда выражаюсь. Ну, в общем, не испортился ни славой, ни деньгами, ничем. Здесь ведь очень важно, действительно, пройдя вот, ну, разные, там, скажем, ипостаси, сохранить в себе данное когда-то родителями и Богом, да? Наверное, это очень важно. Очень хотелось бы попросить вас вот сказать пожелания нашей достаточно широкой аудитории, среди которых и много молодежи, и людей зрелого возраста, различных конфессий. Ну, как мы с вами уже сегодня говорили, да, добро, совесть, честь, они не могут быть достоянием какой-то одной конфессии. Все веры, они подразумевают, чтобы люди несли добро и делали добро. Ну, а нам самая близкая, конечно, православная вера, я думаю, это уж олицетворение действительно чего-то самого божественного на земле. Ну, это вот мое тоже личное мнение, может быть, кто-то считает иначе, но я бы хотел вас попросить вот адресовать свое обращение к нашей аудитории, что бы вы посоветовали людям. Действительно, разные жизни, разные судьбы. Складывается у многих и головокружение от успеха, которое может подтолкнуть на совсем неверный путь человека. И уже на грани отчаяния кто-то стоит, когда-то трудно начинают, трудности испытывают люди. И действительно много сегодня пребывающих в бедности. Что же главное, к чему стремиться, как правильно построить свое отношение к жизни, чтобы найти и умиротворение, и быть нужным, и в то же время не впасть ни в какие крайности. Вы знаете, я вот ремарочку по поводу всех религий, и все религии ведут добро, да, то есть хотят добра. Вопрос в другом здесь важный. Не все одинаково понимают, что есть добро. Вот, и в разных религиях это бывает даже просто противоположные вещи. Вот. Просто я, как говорится, изучал разные религии, потому что хотел понять, разобраться. И вот, слава Богу, случилось так, что 12 мусульман, например, они через вот наше общее общение пришли к вере нашей, изменили, приняли христианство. Вот. Но вот, что касается, к чему стремиться и самое главное, ну вот, не просто добро, есть ведь еще выражение, да, благими намерениями дорога в ад. Вот, а все-таки самое главное, вот я просто произнесу слово Божие, да, вот он какую-то заповедь дает перед тем, как его распяли, да, Иисуса Христа. Да, заповедь даю новую вам. Любите друг друга, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Он говорит, служите друг другу любовью. И я пришел в мир не для того, чтобы мне служили, а для того, чтобы послужить и отдать жизнь для спасения многих. Вот поэтому главное в жизни, не заповедь какая в отношении людей он дает, возлюби ближнего, как самого себя. Значит, надо в первую очередь научиться любить правильно самого себя. И это должна быть не эгоистическая любовь, да, мне, себе, ради себя. Вот смотрите, какой интересный момент. Вот я задаю такой вопрос ребятишкам, молодежи. Что вам больше нравится? Вот дарить подарки или получать подарки? И то, и другое приятно, да? Но что больше вам нравится?
И знаете, всегда один ответ. Какой, как вы думаете? Наверное, получать для многих приятнее. Нет. А дарить, наверное, все-таки действительно это то, что несет несравненную радость. Да. Вот именно все отвечают именно так, что вот дарить – это лес рук. Я задаю вопрос, почему? Вы же там тратите время, думаете, ломаете голову, как угодить ближнему, да? Вот там ходите, там ищите подарок, тратите деньги, вроде себе приобрели и взять и отдать. И причем ты отдаешь, потрудившись немало, да? И оказывается, когда ты видишь, что другой радуется, улыбается, да, рад подарку, а тебе еще больше радости. Отдавая, приобретаешь. Да, да. Что посеет человек, то и пожнет. И более того, вот это просто мой личный опыт. И, конечно, не только мой личный, я думаю, и вы тоже это знаете. Вот посеешь добро, тебе прилетит добра гораздо больше, чем ты посеял. Так же, как и зла. Если ты посеял зло, прилетит. И, как говорится, бумерангом вернется. Поэтому главное в жизни вот дарить друг другу добрый. Подарки. Подарки, а подарки они могут быть разные, но это все равно проявление любви. Ну а мы сейчас уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы снова в студии. Наша программа подходит к концу, но перед уходом. Конечно же, хотелось бы попросить нашего уважаемого гостя, отец Киприан, не можем вас отпустить без вашей песни. Ваша песня, она же ваше наставление, она же крик души. Давайте подарим ее нашей зрительской аудитории. Если можно, я пару слов об этой песне. Вот когда я выгружал гроб своего отца, и у меня невольно возник вопрос, вот, а я ради чего живу? Вот отец мой погиб, вот с долей лучшего мусульманина брата. Он так написал в своем письме. А я за что готов пожертвовать своей жизнью? И вообще готов ли? Если да, то ради чего? И вот я пытался в Афганистане именно познать себя, понять себя и найти для себя ответ, а ради чего я вообще живу? И вот ради чего могу я рискнуть, как говорится, своей жизнью. И слава Богу, я нашел этот ответ для себя, который мне и помог вот потом пройти все остальные испытания, о которых мы сегодня говорили, и не испортиться. Я написал песню, она заключительная песня в моем таком афганском цикле, 11-я песня, последняя, вот, в которой я ставлю перед собой этот вопрос и отвечаю на него. Песня называется «Что же я сумел понять?». В роще плачут глухари, в небе проблески зари. Ночь прошла, мне не спится, вспоминаются страницы жизни прожитой вдали. Сквозь года мне виден путь, в нем всего есть по чуть-чуть. Горе, грусть, зимы, ненастье, боль, потери, вера в счастье, то, что было, не вернуть. Может, чтобы жизнь понять, надо раз лишь повидать окровавленные книжки убитого мальчишки, не умевшего читать. Люди, пули, скалы, смерть, все смешалось в круговерть. Зло с добром в горах столкнулось, жизнь моя перевернулась, что-то хочет разглядеть. Что же я сумел понять,
Как ответить, что сказать? Да, за счастье ребятишек, пусть чужой страны детишек, стоит жить и умирать. Вот такая песня. Спасибо, друзья. Это была программа «Тема дня». Оставайтесь с нами.